Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 апреля, и вот вчера то похолодание, о котором я вчера говорила, уже у нас наступило. У нас идет снег, холод собачий. Вот та грядочка, которую я вчера показывала, что сею этот салат. Ой-ой-ой, сейчас подождите, развернусь. Вчера еще мы субботник здесь проводили, в воскресенье. Я показывала, что землю готовим. Все, сегодня нас засыпало снегом, и сейчас где-то около нуля еще, но ночью как раз вот та температура, которую я все боялась высаживать, минус 5, она у нас будет. Сейчас, короче, покроется земля полностью снежным покровом, как я поняла. К ночи будет низкий градус, прям минус 3, минус 4, минус 5, ну, во всех прогнозах по-разному. И так что будем неделю сидеть дома, ждать, когда потеплеет. Кошмар. Все, вот у нас на Алтае вот такой собачий холод. Идет снег. На теплицах уже слой снега лежит. Зима вернулась.